Всем привет! Хочу сказать несколько слов о своем предстоящем тренинге в Санкт-Петербурге, тренинге, который называется «Сад желаний». Сама идея тренинга возникла из того, что иногда люди приходят ко мне на занятия, на тренинги или на индивидуальные сессии с вопросом: «Я не знаю, что я хочу». И в большей степени это про то, что мы не совсем знаем себя изнутри. И вот это путешествие, узнавание себя изнутри, лучше всего начинать с осознания того, что дает мне силы, что дает мне уверенность, что дает мне базовое удовольствие от жизни. И это легко исследовать через тело, это тема ресурсов. Но затем, когда мы углубляемся, нам важно встретиться с тем, на что мы закрывали глаза. Тем, на что мы обычно не обращаем внимания. И это тема встречи с тенью. И тогда из этого у нас может родиться наше творчество, в том числе творчество собственной жизни. На этот тренинг я приглашаю тех, кому важен контакт с телом, и тех, кто понимает, что им нужны дополнительные ресурсы в своей жизни. Для тех, кому важна честность перед самим собой и готовность исследовать те стороны себя, с которыми вам, может быть, не так уж легко. Но самое главное – для тех, кто готов творить свою собственную жизнь.